Март в наших широтах – один из самых изменчивых в плане погоды месяцев в году. Март 2014 не стал исключением. Отсутствие осадков, снежного покрова и значительное повышение температуры в первой декаде сменилось резким похолоданием, осадками и сильным порывистым ветром. 19, 20, 21 марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, наиболее интенсивные в четверг, 20 марта. Местами возможно налипание мокрого снега, гололедные явления на дорогах, местами гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет минус 5, минус 10 градусов, дневные минус 3, плюс 2. В пятницу дневная температура воздуха уже начнет повышаться. Если ночью еще будет мороз, минус 5, минус 10, то днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. И тенденция к потеплению сохранится и на выходные. По предварительным прогнозам синоптиков, значение температуры в ночные часы повысится до положительных 0 плюс 5. А днем воздух прогреется до плюс 10, плюс 15. При этом днем возможны небольшие дожди. Так что март поморозит и бросит, и самая настоящая весна не за горами.